постарайтесь меня услышать. Это не ваш огород, не ваша вотчина. Вы должностные лица. И вас поставили сюда, в НЭСК, управлять имуществом НЭСК и давать электроэнергию. Вы реальные монополисты. Вам доверен очень серьезно стратегический, социально значимый объект. Я буду разбираться, саботаж это, незнание это. Я правда разберусь, я готов протянуть руку помощи. И я знаю, что вы не спеете по двое-трое суток. Но знаете, я вам скажу честно, можно бегать, мотаться, электричество вырабатывать, воздух подогревать. Мне нужно четкое, точечное решение вопроса. Почему вашему диспетчеру не могут дозвониться? Он что там очень сильно занят? Такой какой-то с особого мира. Почему у него трубка снята? И если кто не хочет работать, не держите. Никогда никого не держите. Со мной идут только сильные люди. Мы кардинально город меняем, мы кардинально район меняем. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить качество людей. Школы строим, детские сады, дороги, тротуары, освещение. Вы участвуете в этом. Почему не было электроэнергии? Что проблема с НЭСКом? Вы шутите, наверное? Еще раз говорю, социально значимая услуга. Если вы думаете, игра, мы вас пришли к главным инженерам. Спите в диспетчерстве. Живите в диспетчерстве. Я на работе жил, спал в кабинете, пока не наладил эту работу. Кто-то вам не платит, вы отключаете электроэнергию, федеральный закон. В чем проблема? Почему люди, еще раз говорю, должны из-за этого страдать? Я вам отказал в помощи хоть раз? Никогда. И никогда не откажу. Находите решение кратчайшее, грамотное, умное. Но поменяйте ночью то, что нужно менять днем, плановые работы. Давайте подумаем, перейдем. Я понимаю, что есть какие-то нормативы, что вам ночью работать нельзя. Но я вам сделаю как днем светло. Очень рекомендую. Очень рекомендую. Прошу, уговариваю, требую, рекомендую. Дайте подачу электроэнергии на постоянной основе жителей.